Ваше Высокопреосвященство, уважаемые члены Президиума, уважаемые участники рождественских чтений. Молодежь – это та социальная группа, для которой особенно важно ощущать себя свободным. Отсутствие ощущения свободы способно блокировать ее развитие. Но проблема заключается в том, что стремление к свободе выбора у молодежи объективно опережает формирование чувства ответственности за его последствия. Сегодня в динамичном и не всегда гармонично развивающемся обществе молодежи предлагается огромное количество вариантов выбора рода занятий, интересов и увлечений. К сожалению, ситуация на этом рынке в настоящее время контролируется недостаточно. Всем нам известны печальные факты выброса в информационную плоскость откровенно провокационных и вредных для неокрепших умов предложений. Полагаю, что одним из действенных способов противостояния этой опасности является наше активное участие в формировании альтернативных и интересных для молодежи предложений по самореализации. Главное, чтобы им было из чего выбирать. Система социальной защиты населения предлагает свой пакет проектов занятости молодежи, который учитывает вариативность их интересов. Его важной особенностью является то, что каждый из предлагаемых проектов создает условия для формирования социальной и нравственной ответственности, поскольку каждый участник может на деле ощутить и осознать общественную важность своего труда и получить не мнимое, а вполне заслуженное общественное признание. В настоящее время организациями социальной защиты реализуется свыше 20 проектов досуговой занятости молодежи. Среди них назову ключевые. Добровольческие и волонтерские отряды действуют на базе 27 организаций. Они объединяют свыше 300 представителей молодежи, которые имеют возможность совершать добрые дела, помогая тем, кому эта помощь необходима в силу преклонного возраста, болезни, трудной жизненной ситуации. Ежегодно силами волонтеров проводятся акции «Свет в окне», «Чистый дом», в ходе которых оказывается помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, труженикам тыла, в благоустройстве придомовых территорий, проведении уборок жилых помещений. В текущем году такую помощь получили свыше 100 ветеранских семей. Проект «Добрые дела», целью которого является формирование добровольческого движения, реализуется на базе 22 комплексных центров социального обслуживания населения. Возраст его участников не ограничен. Он объединяет старшее поколение и молодежь, укрепляя их мотивацию к совершению добрых дел, милосердию и состраданию. Деятельность добровольческих отрядов осуществляется в тесном взаимодействии с Православной Церковью. Силами священнослужителей, добровольцев, социальных работников в 2018 году проведено свыше 376 благотворительных акций, в рамках которых помощь вещами первой необходимости, подарками, православным праздникам получили свыше 2800 человек. Социально-реабилитационные центры города Иваново, Тейково и Пучежа в содружестве с волонтерами из числа студентов, прошедших специальную медицинскую подготовку, реализует проект «Передышка». Его суть заключается в проведении социально-реабилитационных занятий с детьми-инвалидами, во время которых их родители имеют возможность получить передышку, отлучившись на несколько часов по своим неотложным делам. На занятиях детей учат навыкам бытового самообслуживания и прикладного творчества. Ежегодно в проекте принимают участие более 300 семей. С учетом необходимости дальнейшего развития добровольчества в среде молодежи, в качестве пилотного проекта в 2018 году на базе Вичугского комплексного центра социального обслуживания населения открыта школа добровольцев и волонтеров для ребят в возрасте от 14 лет и старше. Обучение волонтеров проходит в формате тренингов, дискуссий, практических и интерактивных занятий по 4 модулям. Психология, здоровье, социальная педагогика и социальная работа. Волонтеры помогают пожилым людям при покупке продуктов питания, оплате коммунальных услуг. Ребята принимают участие в организации акций, торжественных мероприятий, приуроченных к различным праздникам. Организуют поздравления на дому юбиляров.
За текущий год помощь получили более 100 пожилых людей. Всего в школе добровольцев на сегодняшний день прошли обучение 42 подростка. Особое внимание мы уделяем развитию молодежно-патриотического движения. Так, в течение последних 6 лет поисковый отряд, сформированный на базе Фурмановского детского дома, принимает участие во всероссийских актах памяти. В ходе операции были подняты останки 23 бойцов, 8 медальонов и другие военные трофеи. Материалы, экспонаты, привезенные детьми с мест боев времен Великой Отечественной войны, положили начало созданию музея. Воспитанники организуют передвижные выставки для жителей Фурмановского муниципального района. Работают с архивами и базами данных с целью сбора информации о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны, для передачи их родственникам. С 2017 года при поддержке регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» департаментом проводятся военно-исторические смены «Ракетчик-37» в загородном оздоровительном лагере «Чайка-плюс». В работе военно-исторического лагеря ежегодно принимают участие 120 подростков, воспитанники кадетских классов, военно-патриотических, гражданско-патриотических, поисковых, волонтерских, спортивных клубов и объединений. В ходе смены ребята участвовали в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта и командных тематических играх, посещали занятия по огневой, строевой и медицинской подготовке. В рамках совершенствования работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, на базе детского оздоровительного лагеря «Игнатовский» мы реализуем проект «Партизанская застава». Его уникальность – воссоздание жизни и быта партизанских отрядов времен Великой Отечественной войны. Землянки, блиндажи, окопы, полевая кухня, конные разъезды и наши подростки, вовлеченные в процесс исторической реконструкции. Участники проекта – ребята, погружены в будни бойцов-подпольщиков, действующих в глубоком тылу противника. В рамках проекта также проводятся встречи с ветеранами, учебно-тренировочные занятия по начальной военной и допризывной подготовке подростков указанной категории. Всего в проекте приняло участие свыше 400 ребят. Главный результат проекта мы видим в том, что 2/3 его участников вступили в ряды юношеских патриотических клубов и объединений. В настоящее время в социозащитных организациях идет выстраивание многоуровневой системы воспитания подрастающего поколения. Это дело требует большого приложения сил, систематизации методик духовно-просветительской работы. Ежегодно при поддержке церкви проходит более 1500 совместных мероприятий, в том числе лекции духовно-просветительского характера, беседы священнослужителей, мероприятия, посвященные празднованию религиозных праздников, посещение праздничных служб, экскурсионные паломнические поездки, благотворительные акции. Все это является необходимым подспорьем в выстраивании нашей системы работы с молодежью. Выражаю надежду, что наша совместная деятельность в сфере социального служения будет способствовать нравственному оздоровлению нашей молодежи.